Сейчас возьмем главный тренер «Волги», поделиться впечатлениями об игре Армена Арнольдовича. Ваш комментарий. Провальная игра была. Обидно болельщикам, перед болельщиками. Ну, это жизнь. Надо быстро сделать анализ, посмотреть, что можно сказать по игре. Мы рассматривали эту команду. Она не всем известно, что в новом сезоне поменялись тренера и практически весь состав. Ну, человек 9. Пришли все квалифицированные ребята, быстро. Практически все играли в первой лиге, а тут они пришли. И знали, что уровень этой команды достаточно высок. И просматривая все игры, они имели со всеми соперниками большое, огромное преимущество. Но сегодня хотелось увидеть на деле нашу команду, что она может противопоставить команде, которая однозначно будет решать на следующем сезоне высокие задачи. И что получилось, что не получилось. Конечно, итог такой, что можно сказать, что ничего хорошего не получилось. Но все-таки мы заставили эту команду обороняться. Это можно. Речь больше идет о первом тайме. Обороняться, но мы подарили им два мяча. Контратаках. Так неплохо играли. Первый тайм создали немало моментов. Но во втором тайме вот эта скорость дала себе знать. Значит, наши защитники не самые быстрые, это знание. И в контратаках они могли нас выиграть еще контур. Просто сделать правильный вывод, анализ и посмотреть на тех игроков, кто в состоянии, прибавить, кто в состоянии бороться за выход. Да, третье место будет бороться, там можно сказать, что пока еще не заняли, но близки к этому. Объективно можно было играть сегодня совсем другую игру, как те соперники играли против этой команды 5 лет назад. Но тогда мы просто увидели силу нашей команды. Сейчас знаем силу и надо правильно делать заводы, анализы на игрока. Всегда выигрывает команда, выигрывает тренер, так что полностью проигрыш на мне. Зная, что может быть такая игра, я не предпринял выбрать другую тактику. Но обидно то, что перед болельщиками обидно. Это невыразительно. Вопрос. Волк потерял даже теоретические шансы на в борьбе за первое место. Мы говорили о том, что 3 оставшихся матча будут проходить, скажем так, с прицелом на будущее. Надо еще раз говорить. Ну, естественно, те игроки, которые уже, не знаю, уйдут. Мне сложно просто судить. Однозначно будем играть в зависимости, кто есть, как они себя чувствуют, в каком состоянии, будем играть, возвращать
то, что потеряли в этой игре, пока в нашей игре очень нестабильность присутствует. Выдаем хорошую игру, хороший тайм, и потом невыразительная игра. Стабильности не хватает. Надо будет разобраться, посмотреть, в чем причина. Если бы мы знали, кто бы останется, тогда мы бы с прицелом работали. Кто будет хорошо готов, требует двигаться. Последние несколько переводов проводила на поле с искусственным газоном, теперь играет Тольятти на естественном газоне. В связи с этим что-то будет меняться в подготовке и будет какие-то с этим проблемы, как считаете? Ну, знаю, что если там мы поедем, если там поле будет вязкое, то мы проведем легкую тренировку, чтобы, потому что есть такой опыт, и команды, которые туда едут из искусства, но если там поле, скажем, дождь пошел мягкое, то после этой тренировки бывает проблемы с мышцами. Посмотрим, а так у нас что есть место, где можно тренироваться. Почему вы ничего не предприняли по крайним защитникам? Абрамов и Цыганцов полностью провалили игру, особенно Абрамов. От Абрамова требовалось совсем другие моменты. Зачем он тупо несется вперед, обводя всех, когда можно сыграть на людей, кто это должен делать? Значит, этот парень сыграл уже 6 игр. И сегодня, да, провальная игра была, но все в 5 парень прибавляет. Сейчас просто рубить с плеча, сказать, это неправильно. Во-первых, во-вторых, у нас не было защитника. Нету защитника. У нас справа играет Жура, он сломанный. И все. В той игре играл Миша Мустафин с краю, его игра тоже не устроила. Играет Абрамов на этой позиции. Здесь не его вина, здесь вина центральных полузащитников, которые не страховали эту зону. Потому что мы играем 3 полузащитника, в ланге работают крайние защитники, и они должны страховать эти зоны. Они не смогли справиться с этим. Еще раз говорю, не быстрые игроки наши центральные, не успели перестроиться. Вот и все. Еще вопросы? Как вы оцените момент с удалением Попова? Сложно судить, надо посмотреть записи, но мне кажется, что там фол был, а не красный. Если будет фол и вот момент, будете апелляцию подавать тому? А что это меняет? Ничего, ничего. Спроси еще вопрос. Все, что думаешь. Да у меня много мыслей. Я готов отвечать. Нормально, спокойно, адекватно. Да, у меня просто ощущение, что на этот матч надо было ставить Дереглазова. Он поопытный. Абрамов все равно молодой, мало проиграл в втором дивизионе. Нет, проблем не вижу. Тогда я объясню вторую сторону. Дереглазов перед выездом в Челябинск, у него ахилл заболел, он не тренировался, лечился, он практически тренировался один день. И просто взять человека травмированного, поставить на игру, потом скажешь, а почему Дереглазов поставил, когда неделю он не тренировался, правильно? Вы же не знаете все внутреннее, что творится, что Дереглазов и Мухамадинов на выезде не ездили, Егошин. Травмированные, Жура, травмированные. У нас защитники были вот Минеев, Вагапов и Цыганцов. Собрал 4 защитника. Зачем снимать было Боболева на Белясова, Беляски совсем инерстный? Я с тобой согласен, что он не смог. Но те мысли, которые у меня были, что мы сможем фланговые передачи сделать, чтобы он там поборолся вверху, но этого не получилось.
как фланги, кто бы делал, если Павленко тоже был снят? Павленко был снят, потому что очень много браков было, практически 90% ошибки было. Пытался что-то делать. Я же говорю, что проигрывает тренер. Значит, так решили, значит, она сегодня не играла. В той игре мы заменили 4 игрока. Команда заиграла, команда спасла игру, и все были довольны, да? Когда в сложной ситуации вытаскивается игра. Сейчас при счете 3-1 замены не усилили однозначно. И плюс красная карточка. Причем первый это глупый. Попов слишком молод, чтобы болтать на поле. Ну, с этим будем разбираться. Почему он получил? Он в двух играх 3 желтые карточки сыграл 20 минут. Тачонки говорили. Говорить, что желаний у человека очень много. Надо эмоции на ладони. Футболист всегда горячий, хочет доказать, везде успеть. Очень агрессивным настроением, я понимаю болельщик, я полностью понимаю состояние. Но если мы сейчас правильно анализ не сделаем, правильно подойдем, то все хорошо, что Адамян здесь, Адамян нет, какая разница, если правильно анализ не будет. Еще вопросы? Нету? Спасибо, Армен Армандович.